Итак, всем привет. Вторая серия по сборке бокс-мода на двух аккумуляторах. В этой части мы проделаем дырки под все кнопки и вольтметр, примерим это все и подготовим холдер к использованию, потому что в таком виде его сразу устанавливать нельзя, то есть нужно кое-что подработать. Начинать нужно с примерки, чтобы примерно понимать, как все будет выглядеть, где сверлить. Для начала просто наложим на бокс все детали. Ну, как бы каждый может делать по-своему, но мне удобно так делать. Будет такая небольшая картина, как все будет выглядеть в итоге. На камеру это не сильно удобно делать, но как-нибудь постараюсь. И примерно вот так это все будет располагаться. Сейчас я замеряю все размеры и нанесу на корпус предположительные отверстия. И потом вернемся. Примерно вот так получается. Ну, понятное дело, что это только примерный как бы чертеж. То есть, когда буду делать дырки, именно я уже буду все равно, особенно на этой стороне, отталкиваться от первой дырки. То есть сделаю, поставлю кнопку и потом буду выстраивать симметрию, чтобы не съехать с линии. Значит, использовать буду ступенчатое сверло вот такого плана. Данное сверло градация от 4 мм до 12, есть еще до 32, там вообще большое такое, но оно в разы дороже. Как бы я ссылку оставлю обязательно в описании, где можно приобрести такие сверла. Вот немного ближе рассмотрим его. От 4 до 12. Этим сверлом, в принципе, можно сделать все дырки. Потом только подработать напильником или круглым, или плоским. И все. Этим же сверлом я буду делать отверстия и под магниты. То есть как раз здесь четверочка получается, а здесь восьмерка. Получается, что одним инструментом можно сделать практически всю работу. Ну что, я пошел делать дырки, потом покажу результат, будем примерять кнопки и смотреть, что получилось. Значит, допилил я дырки. Для вас это показалось мгновением, а я часа два, наверное, надохался с этими дырками. В общем, получилось вот так. Коннектор и центральная часть вот такая. Так, вольтметр буду крепить, потом покажу при установке на что. Вроде бы все ровно получилось. Все нормально. Также расширил дырки под магниты. Вот здесь 4 мм. Вот в ходе 4 мм нормально. Заказывал 8 штук, так как они с глубиной 1,5 мм. Мне показалось этого мало. Буду засовывать по 2, чтобы было надежнее. И сделал углубление на крышке под магниты. Здесь, значит, восьмерка. И глубину сделал так, чтобы было заподлицо. То есть он не сквозной, а так, чтобы он туда ложился. Вот тут так где-то получается. Магниты 7,5 мм в диаметре и глубину 2,5. Вот он как раз сюда ложится. Так, теперь доработаем холдер. Перед установкой для начала нужно срезать вот эти пыптики, чтобы он ровно ложился, и так вытягиваем контакты. Для начала нужно откусить вот этот пыптик и загнуть вот эту часть вовнутрь, чтобы не повредить при эксплуатации оплетку аккумулятора. То есть на всех четырех контактах нужно проделать эти операции. Вот что получается. Вот я уже подработал, откусил пыптик и загнул чуть-чуть контакт. Видите, таким образом он не будет повреждать оплетку аккумулятора. Вот для сравнения. Так получается. Делаем это со всеми четырьмя. Для чего обкусывать контакты, я думаю, понимаете. Чтобы потом не коротило на корпус. Продолжим. Значит, сделал я контакты. Вот так все получается. Вы видите, да? Контакты до низа не доходят. Таким образом, ну вот,
каратить на корпус не будет. Подогнулся. Контакты. Теперь холдер готов к пайке. Ну что ж, вот такое было видео. В следующей серии будем уже паять в цепь MOSFET, как бы соединять между собой контакты в холдере. Ну, в общем, сделаем основную часть пайки. Понятное дело, что не обязательно заморачиваться с выводом сюда вольтметра вот этих кнопок. Достаточно сделать кнопку Fire дырку и под коннектор. Это очень просто, очень быстро. Не нужно так заморачиваться. Все остальное можно спрятать внутри. Но я так делал в прошлый раз, поэтому в этот раз хотел уже сделать что-то другое, чуть посложнее. И, на мой взгляд, поинтереснее. Должно быть очень прикольно в итоге. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в эфире.